него, походу, щука. Всем привет. Опять мы тут уже наловили целый мешок на этом же озере. Жара, смотрите, вот. Без сапогов. Плюс 30. А кушки клюют на спиннике. Щучка взяла. Чё? Я говорю, окушки клюют, щучка взяла. Есть. Давай. Окушок мелкий. Георгий, туда, хорошо. Мелкий. Кошки заберем. Давай. Есть щука. Давай. Щука. Давай. Ребята, или окунь крупный, или щука. 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 Вторая уже щука. М? Вторая щука. О, смотри, какая. Ой. Ладно, возьмем жарюх. Папа. Сегодня мы, друзья, все берем. Папа, положи ты его. Попросили нас кошкам рыбы наловить. А? Не знаю. Ну что тоже тебя интересует? О, я! Да? Крупный? О, да. Щуку поймал! Щучка. Давай щука. Сюда, давай сюда. Щука! О, первая щука твоя, есть. Да? Твоя есть. Первая щука, да? Нет. Давай. Вот это вот. Молодец! У нас две щучки. Ага. Ну у тебя до первого в жизни, да? Да. Отпустить? Не. Моя. Это моя. Ладно, ребята, первая в жизни щука. Пусть идет. За траву, наверное. Сейчас отплыву. Ну давай отплыву. Под берег кидай, она под берегом. Что? Ну как? Щуку тащить на спиннинг первый раз. Нормально. Нормально? Отплыву. Здорово, да? Да, вот там вот еще надо поплывать. А я первый раз щуку поймал на спиннинг в 10 лет, по-моему. Чё? Ты в 6 лет поймал, а я в 10. Кидай чего. Я только клевала, да? Кидай чего ты ешь. Потому что она извела. Я первый раз. Вот здесь вот она зала с такими глотами. Вот здесь. Смотри, у тебя что-то запуталось все равно, не? Нет. У меня запуталось. Это девочка? Не знаю. Или мальчик? Не знаю. Щучка. Давай там попробуем. Да кидай вот так и пойдем по ветру. Че? Пол озера обловим так. Не торопись только. И щучки уже. В 10. Ты большой или маленький? Ну побольше, это в 2 раза. Ну,
400 грамм. А я только взяла. Ты не торопись, замахнись получше. Ой, дай-ка я блесенку поставлю на щучку. Почему? А что? Да тише ты, ну зачем меня-то сломаешь? Мой спиннинг-то новый. Я думал, так, ребята, поставил колебалочку, щука берет. Так. Ну она есть хочет, так она все берет. Это за не еда, это блесна. Ну она думает, что это рыбка. Она думает, что это мелкий окушок. Бежала за блесной. Чё? За блесной бежала. Это окунь? Так. Это окунь? Почему окунь? Чё? А, окунь, да, да. Так. Красота. Ты-дым. Удачный сегодня день, да, Сева? Да? Мне отвлекнул. Да. Еще до дома добраться. Ты щучки поймаешь. Если не 4, я уже со счету сбился. Блесной подманю. Ну, Сева, кидаем он туда. Что-то крупная щука дремлет. Жара дикая. Сейчас 100% жара спадет, у нее жар начнется. Это мое предположение. Что? Это мое предположение. В прошлый раз у меня тут щучка взяла. Поехали на мотое? Нет, мы сейчас так и спустимся. Кушарик сейчас клевал, друзья. Сейчас уже ближе к дому. Домой приедем, покажу, что там поймали. Сразу давай поменяемся? Да. Ну давай сразу поменяемся. Это моя будет лодка. Папа. Ради бога. Папа.
Дергай давай. Траву поймал. Да, еще и не один. А сколько? Целая стая. Банда. Целая банда. Нет. Ну почему у меня прямо не получается? Ты не путай плесну, а? Ну что, домой? Нет. А? Давай. Еще разок кинул вон туда. Все, поехали. Баню строить дальше. Позагорали. Отдохнули, чай попили на воде. Папа. Окуней, щук наловили, да? Три щуки. А можно мне посмотреть свою? Вот, на, складывай. Папа, на, складывай. Сейчас, подожди. Почему у меня такой штуки нет? Опа. Была у тебя вроде. Ала. Че? Ала. Была вроде. Где она сейчас? Где? Нет. Че? Нет. Ала. И где моя щучка? Ладно, едем домой. Где моя щучка? Я забыл. Вот она. Папа, достань, пожалуйста. Давай вот ее дома достанем, посмотрим. Потрогать. Потрогаешь ты дома ее. Эх, свою щучку. Ладно, друзья, едем домой. А можно мне печенье?